жители уже начали отмечать, что видны изменения. Убирается ил, убираются водоросли. Здесь популярное место для отдыха. Жители тут купаются в летний период. И в будущем мы хотим на Большом пруду, на Первом пруду, сделать зону рекреации. Придумали вот эту кольчужную сетку, она, кстати, редко применяется, это второй объект у нас такой. Она защищает тело дамбы от корчехода, от ледохода, чтобы не срывало вот эти наши габионные конструкции, сетки, матрасы. Укрепление, оно довольно-таки уже такое обветшалое, построено было в 70-е годы прошлого века, соответственно, за долгий период времени эксплуатации в некоторых местах были просадки плит, сломаны были частично плиты. Туристический потенциал, я считаю, здесь достаточно большой. Город Оса у нас город с богатой историей. Здесь и Емельян Пугачев гулял, пытался штурмовать. Пугачев не взял, и волна не возьмет. Мы не позволим волне разрушить наш город.